tooth moat. Опровержения, озвученные Вайс представителем компании, так и звучат. Материал полон ложной информации. Из отдельных клочков данных создан сенсационалистский сюжет, который и не точен, и вводит в заблуждение, заявил изданию Джесси Левин. В Макдональдс признают существование команды, которая занимается идентификацией угроз безопасности для работников, франчайзи и клиентов. Например, в результате акций протеста.